наш проектор «Совушка». Такое вот замечательное, очень мягенькое. Такая вот замечательный, значит, проектор сам получается здесь на липучку закреплен. То есть липучка прилепляется, и он получается с обратной стороны, он просто мягенькая игрушка идет. То есть есть кнопка включения и выключения. Совушка. Проектор также можно включать отдельно без музыки, можно выключать. Мелодии получается есть разные. Сама игрушечка очень мягкая, малышу можно, в принципе, даже с собой давать. С обратной стороны батареечки закрепляются на саморезик, то есть малыш даже если вдруг как-то откроет, сам не сможет достать. Проектор получается у нас с разными цветами идет. Игрушечка замечательная.